Ремонтные работы в бывшем доме офицеров завершат к 31 декабря. В здании уже запущено тепло и проложены инженерные коммуникации, а помещение музыкальной школы готово под чистовую отделку. На днях глава округа Владимир Ужицкий проверил, как подрядная организация справляется со своей задачей. Новая строительная компания, которая занялась капитальным ремонтом дома офицеров, приступила к работе 9 сентября. За это время подрядчики полностью заменили в здании окна, а также отштукатурили стены. Кроме того, по словам руководителя проекта реконструкции, на объекте завершена работа по подготовке полов к укладке линолеума и паркета. По плану у нас работы должны быть закончены 31 декабря. Мы, по крайней мере, стараемся сделать все, что от нас зависит. Мы работаем здесь с 8 часов утра до 10 вечера, и есть возможность, что, скорее всего, придется нам в две смены работать, потому что объем очень большой. Размер здания действительно внушительный. Длина 200 метров, площадь порядка 8 тысяч квадратных метров. После реконструкции здесь расположится Центр культуры и отдыха, помещение для работы сотрудников Следственного комитета, а также Совета ветеранов. А в отдельном крыле здания разместится музыкальная школа. Сейчас там проводят электромонтажные работы, после чего приступят к чистовой отделке. Луиза Егазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.